Здорово и добро пожаловать на прохождение игры Shelter, вторая часть. С вами Андрей Доцент. Мы где-то в новых бескрайних просторах, пытаемся выжить. Четыре наших, как их, рысенка следуют за нами, нам надо их прокормить. Так, ну, вижу первую жертву. Зайчик. Зайчик, валите зайчика! Тихо! Есть! А это что такое? Так. Чё-то подобрал. Так, вот это интересно, куда вот это вот ведет вот? Все. Так. Смотрите, да они какие-то тут медленные зайцы. Ну, относительно. Зараза! Не виляй! Есть! Есть! Замочил. Ну чё? Кушайте, кушайте. Так, вам надо хорошо питаться, чтобы выросли большими и сильными. Как рысь. Так. Мне интересно, а тут кто-нибудь из местной фауны встретится, скажем, там... ну вот, волки, допустим, или они только в начале были, или может и здесь встретиться. Хрен его знает. Есть! Завалили. Давайте, 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 ешьте. Отличненько. Так. Кого бы еще умять? Ну вон, три потенциальных обеда ждут нас. В камень, в камень, в камень, в камень. И разгон! Так, есть. Завалили. Так. Съели ушастого, да? Все? Все. Так, ну давайте двигаться тогда постепенно туда, куда нам показывают. Посмотрим, что там интересного. Так. Куда нас занесло? Так, тут вода. Надо как-то перебраться. Тут лед. Не утонуть бы. Не утонуть бы, однакось. Здесь. Так, ну давайте пойдем по льду. Только аккуратно надо. А то вдруг что-нибудь не слава богу, и тогда все утонем здесь. Мне бы этого не хотелось. Так, вижу берег. А, пока зима, надо быстрее спешить, пока зима. Пока зима и лед, надо быстрее спешить. Иначе все растает, и тогда точно мы тут все сплаваем. Давай, забегай. Это что такое? Что это валяется? Ну-ка. Не, ничего обычного. Необычного, вернее. Так. Что за звуки? О, а там целое поселение зайцев. Ну и хрен с ними. Мне хочется вот сюда сходить. Так. Как нам лучше пройти? Можно опять вот тут пробежать по льду. Но главное успеть. А то сейчас из-под ног исчезнет лед. И все. Финита. Тут ведь время быстро пролетает. Так, а вот и обрыв. Так, сохранение проходит. Зашибись, сохранение, походу тает все. Давай, 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 выбирайся. Есть, выбрались. Так, и как мне попасть сюда? А, ну вот, в принципе, по этому берегу пойдем. Детишки. А вы где? А, вы уже тут, ни хрена себе. Так, ну ладно. Раз они тут, тогда давайте-ка продолжим путь. Так, как бы мне бы пройти-то тут, а? Как мне туда попасть? Ну-ка, давайте-ка картой воспользуемся. Что у нас нарисовано на карте? Ни хрена не понятно, что нарисовано, но давайте попробуем обойти по правой стороне. У нас-то особого выхода-то и нету. Пытаться как-то тут через лес пробираться. Или это граница такая, хотите сказать? И выхода нет.
Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, я упал. Черт. Они видели, как их мамаша сиганула в воду. И тут они поняли, что им придется самим выкручиваться. Так. Нет, она обсохла. Сиськи немного отморозила своей кошачьей, скажем так. Теперь молоком вряд ли сможет кормить. Ну и ладно. Так, мне надо как-то налево попасть. Ё-моё, все тает. Все тает, тает, тает. Так, тогда давайте попробуем тут пробраться. Или нет, не получится. Черт, походу. Вау-вау-вау-вау-вау, заяц, 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 заяц. И что за лаги появились? Забагованный заяц? Так, да ты чё? Эй! Не надо так! Вот как мне туда попасть, ребят? Что-то горит, что-то... А, во-во-во-во-во-во-вот, вот что мне надо. Сквозь этот прошел. По дереву мне надо пройти. Так. Так, запрыгивай. Запрыгивай. Ух ты! Что это было? Однако забавно. Выпрыгивай отсюда. Все. Вот тебе и на. Так, нет, выбрались. Слава богу, выбрались. Тогда как же мне пробраться-то? Может, с прыжка? А давайте с прыжка попробуем. Ну, детишки, надеюсь, вы так же умеете прыгать, как и я. А, вот, тут совсем тоненькая эта водичка. Господи, тут можно так пройти, оказывается. Так, ну это здорово. Это здорово, тогда получается мы попали практически туда, куда нам нужно. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь на новой территории. Вы что, проголодались? Давайте за мной. Левой кнопкой мыши мы их подзываем, как бы. Так, что-то как-то тут совсем пусто, ни хрена нету. Ни зайцев. Ни волков. Вообще никого. А может, кто-то и есть. Да. Есть, но идти туда за ними как-то мне вообще не улыбается. А мы тем временем уже практически подошли. Подошли к новой территории. Ну давайте глянем, что у нас здесь. Так, переходим в новую локацию. Посмотрим, что там у вас новенького и интересного. А, тут надо просто идти. Все, загрузка пошла. Ну и посмотрим, что у нас там. А сколько их вообще здесь, интересно? Сколько места для охоты, скажем, и какая вообще тут живность водится? Неужели только одни зайцы? Так. Кого-то вот вдалеке я вижу. Так. Ага. А, еще есть где-нибудь? Ага, вот так вот, типа. То есть у нас и того, грубо говоря, три территории для нашей... Что это такое? Так, а, то есть подсказочка была. Мне вот интересно, как сюда детишки забрались. Так, вижу еще одного, прыжок. Стоять! Стоять, сказал. Так. Есть. Кушаем. Мне надо тоже перекусить. Так, ребят, конечно, извините, но мамаша тоже кушать хочет. Так, вот еще один. Еще один, стой. Стойте, сказал. Ешьте. Слушайте, а это вообще разве заяц? Что-то не похож он на зайца. Да и какой-то медленный. Так.
Ну, значок тот же появляется, когда я подбираю. Так, ладненько, давайте-ка глянем, что у нас тут. Посмотрим просторы. Нет, заяц. Самый настоящий заяц. Что такое? Природа меняется, время проходит. Что, сила тоже? Жить тяжело, короче. Все. Жить тяжело, просто капец. О, солнце уходит. Так, так, так. Так, так, так. И что? Что случилось? Тает все? Да? Или нет? Чё-то как-то странно. Ну, во-первых, снег исчез. Исчез снег. Это раз. Солнце стало сильнее. Засуха, что ли, началась? По всей видимости, что засуха. О, подросли ребята. Здорово, здорово. Ладненько, хорошо. Зашибись, у нас ребята выросли. Здорово, почти такие же, как и я. А может, даже такие же. Охотиться будет веселее, будет круче. Ну, давайте побегаем, заценим местные просторы. Глянем, что у нас там есть. Так, куда идти? Вы что, все до сих пор так и мяукаете? Так. Где у нас тут местная фауна, флора? Чё б можно... Опа, у нас что-то там есть. Это что там такое здоровое? Тихо, 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 тихо. Крупный зверь? Это зайцы грёбаные. Давай, вали его. Есть. Так, выбирайся. Так, выбрались. А я-то думал, тут кто-то побольше будет. Так ведь нет. Хотя нет, есть. Есть, 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 есть. Вижу вдалеке, отчетливо вижу. Ребята, идем на крупную дичь. Вау, да тут олени пасутся. Так, тихо, тихо, тихо. Это будет интересно. Что такое? А, с прыжка. А, то есть их надо только с прыжка валить. Понял. Прыжок! Беги. Беги за ним. Ух ты, нифига себе, ты прыгнул. Есть! Есть, отлично. Ребята, время потрескать хорошенько. Волки! Ребята, сваливаем! У нас волки тут! Черт! Эту территорию волки пасут! И хрена с два что сделаешь? Так, нам надо как-то это пересечь дело. Давайте-ка на этот берег, ребята. Давайте-ка на этот берег. Надо как-то нам пытаться отбежать их стороной. Что-то мамаша вся в пятнах. Вернуться на старое место. Не надо мяукать. Не палите меня, ради бога. Было бы очень не кстати. Или все-таки тех съесть. Так, что у нас здесь? Болото. У нас здесь болото. Так. Аккуратненько. Аккуратненько двигаемся. Ну, вижу хотя бы зайцев. Вижу хотя бы зайцев. Так, стойте, 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 стойте. Давайте хотя бы зайцев половим.
Тут выбирать особо не приходится. Погнали! Раз. Так. Есть. Так. Есть. Ну и чё, ешьте, ешьте, ёпта, яшкам. Эй, ты чё? Вы чё мяукаете-то? Я не понял. Ты там ни кони, надеюсь, не двинул? Слушайте, походу одному нашему плохо стало. Походу один у нас загибается. Ты что это было сейчас? А, они сами охотятся. Блин, короче, надо... Надо еду срочно раздобыть и принести ему. Загнется ведь. Заяц! Стоять! Несем, 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 несем! Несем ему, где он? Так. Все? Нормалек? Так, ну вроде нормалек. Погнали. Слушайте, что с ним стало-то, а? Он что, реально кони двинуть решил? Так. Слушайте, короче, надо скорее отсюда... Надо скорее отсюда выбираться. А то такое чувство, что мы тут все сдохнем. Так, нафига я эскейп нажал? Стой. Слушайте, а походу он просто завис. Побежали-ка домой, а? Пока не поздно. Так. В принципе, мы рядом. Там он даже что-то пасется у нас. Так. Все тут? Да нахрена я опять открыл эту карту? Так. Один, два. Черт, походу у меня третий загибается. Ладно, давайте поймаем этого здорового. Может, его волк цапнул? Так. Так. Блин. Уходим отсюда. Ближе к дому. Ближе к дому давай. О, просветлело наконец-то. В какой-то веке. Вон они в горы уходят. Так. Ну и где вы, ребята? Так, совсем рядом. Так, 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 так. Есть! Завалил. Черт, один, походу, у меня загнулся. Черт, это не есть хорошо. Надо назад идти. Так, ушли. Уходим, 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 уходим. Все, загрузка. Пошла загрузка следующей локации. Черт, неужели я того все-таки потерял? Слушайте, а их один большой и трое маленьких, наверное, все-таки склеился. Эх, да, обидно.
обидно. Ладно, ну думаю, здесь мы на этом закончим, на этой печальной ноте. Продолжим в следующей серии. Надеюсь, нам там больше повезет. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется, оставляйте комментарии, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Все, друзья. Всем пока.